январе 2016 года очередь для детей от 3 до 7 лет в детские сады должны исчезнуть. Садик же в горячем ключе обещали сдать еще в прошлом году, но до сих пор не закончили стройку. При этом количество работников на площадке дает понять, что никто никуда не торопится, недоумевает в разговоре с подрядчиком Вениамин Кондратьев. Расторжением договора с вами дело не закончится. Любой ценой, но садик будет стоять. Поэтому 10 дней ориентируйтесь, не можете, значит, сделайте все, чтобы смогли. Не хотите, значит, эти дела уйдут в практические органы для дачи квалификации, что и почему и как. 10 дней Вениамин Кондратьев дал подрядчику на то, чтобы привести в порядок смету и увеличить число работников на стройплощадке. Детский сад в горячем ключе пообещали сдать к концу года.